мне немножко за ум взяться, перестать пить. Если у меня такое психическое состояние, то что мне, что я чуть алкоголиком не стал. Стал, чуть ли не стал каждый день пить. А когда я пил, я там напивался, когда много, 5, 6, 7 бутылок пива. Я остановил, я какую-то такую дичь вообще нес. Очень, не, очень отталкивающую. Если у меня такое состояние, что мне, что я чуть алкоголиком не стал, мне надо вместо того, чтобы пить, допустим, курить сигареты, для меня это такой выбор для меня. И, короче, лечиться, ну, у меня два психиатра, государственный один и частный в Красноярске. Лечиться, короче, вместо алкоголя принимать лекарства, которые психиатр выписывает. Господи, эти машины непрерывно, непрерывно просто едут и едут. Я уже так устал. Вот они сейчас разъехались, и нету ни одной машины, нету. Вот я перехожу дорогу, ни одной. Я сейчас буду специально стоять, ждать. Вот. Это не считается, потому что она... Вот сейчас ни одной машины не будет в течение неизвестно сколько времени. Вот просто я сейчас даже специально покажу вам. Вот, ни одной машины нет. Вот она едет потихоньку. Вот. Одна проехала, да. Всего лишь одна машина. Вот вторая. И то она не туда поехала. Вот третья едет. Ну вот они сейчас начали. Снова волна машин. Ну, точнее, не такая сильная волна. Ну да, вот они начали снова ездить. Но я всегда, когда подхожу к дороге, они всегда волна машин. Ну, это просто невезение. На самом деле, меня и шум машин раздражает. Короче, надо рисованием заниматься просто нормально, а не набухиваться. Я ведь реально чуть алкашом не стал. Если бы я не остановился, я бы сейчас каждый день уже пил.